способности, как он вообще работает, принцип работы. В задней части ростера установлен двигатель ВДС на 2,2 кВт, который задает мощность воздуха, собственно говоря, в рабочей камере. Он нагнетает воздух у нас с задней части и пускает его полностью по всему ростеру, то есть запускает его в цикл. Здесь воздух встречается у нас с электрическими тенами, с которых вот сдувает все тепло, и это тепло вместе с воздухом переходит у нас в обжарочную камеру. Создается несколько локальных очагов кипения, в которых, собственно говоря, кофе начинает обжариваться. Кофе не соприкасается практически с металлом и не получает от него энергию. Вся энергия передается только от воздуха. Далее у нас идет обжарка, собственно, самой камеры. Выделяется влага, шелуха, дым. Все это идет по циклу, доходит до нашей сетки. На сетке задерживается шелуха, чтобы она дальше начала цикл. И воздух после этого запускается в дальнейший цикл и повторно гоняется по кругу в основном. Есть часть воздуха, которая уходит у нас в дымоход, и, соответственно, остальная часть, она продолжает оставаться в цикле. В передней части ростера находится у нас пробоотборник, то есть щуп, иначе его называют. С помощью него мы можем, собственно говоря, посмотреть, какой у нас сейчас результат в камере обжарки. Достается у нас щуп. На степень обжарки. Соответственно, здесь же находится зона выпуска кофе. Как только у нас кофе дошел и мы готовы его выгружать, мы поднимаем верхнюю шторку и вытягиваем воду.